Доброго денечка или вечерочка, да просто хорошего настроения. С вами, как всегда, Зипа, и сегодня у меня на канале геймплей новой игры, которая вышла вот буквально 3 дня назад, а именно 28 октября 2021 года, которая называется Happy Game. Но название может быть обманчивым, это далеко, далеко, мать его, не так. Игра вообще рассказывает про маленького мальчика, который засыпает и попадает в отвратительнейший, самый ужасный в мире кошмар, в котором нужно будет его как-то развеселить. Не знаю, что игра из себя представляет, но, по крайней мере, написано во всех источниках информации о том, что это хоррор. Но насколько это будет хоррор, на это еще мы посмотрим. В общем-то, особо рассказать нечего, кроме того, что это игра от довольно-таки известных создателей Ботаника и Чучел. Хотя эти игры я не играл, но точно о чем-то слышал. В игре предстоит пройти 3 незабываемых кошмара, решать разнообразные головоломки, разобраться с подозрительными смайликами и розовыми кроликами. Что ж, давайте посмотрим, что это из себя игра представляет. Кстати, разработчики настоятельно рекомендуют не играть в эту игру, у кого проблемы с эпилепсией, проблемы с восприятием вспышек, крови, насилия и прочей херни. Учтите. Так, пацан. Ложись спать. Он так подорвался, что аж я чуть подобосрался чуть-чуть. Вот немножко кокулечку приспустил. Так. Так. Он такие звуки издает, они у меня в голове. Мне тоже страшно. Что делать? Куда мы идем? Твою мать, почему я дергаюсь? Подарочек. Бери подарок и развязывай. Окей. Ой, какой милый котик. Прелесть просто. Ой, так он еще лучше выглядит. Опа. Я не знаю, что я делаю. Кота можно за хвост подергать или за яйца? Что это такое висит? Понимаю. Господи, это что нужно было употреблять, чтобы вот такую игру придумать? А как вы думаете? Звенеть в матрешках в колокол, чтобы они покраснели и закрылись обратно, истекая кровью. Интересно, я сегодня нормально буду спать? Ребятки, кто меня смотрит, кто смотрит это видео, обязательно напишите потом, после этого спали вы спокойно или нет. Да, я был маленький мальчик. Вовсе не лысый. Играл в мячик. Подошел какой-то волосатый урод и отобрал мячик. Я так и знал. Дети жестокие существа вообще. Знаете об этом? А мне его поймать надо или что? Здравствуйте, пожалуйста. Парень, давай, лови мячик. Беги за ним. Беги.
Будь счастлив. Это ж, блин, не так. Ненавижу клоунов. Починили Мишу. На. Так. Ой, игрушечки собрали, все, пойдем дальше. Иди туда. В правую сторону, говорят. Как мило с вашей стороны. Пока. Пока-пока. Не поднимается. А если выключить, то там никого нет. Странно, почему не поднимается? О, блин, стена. Там какая-то рожа мартышки, что ли, то ли чё? Ну, окей, давайте сходим в обратную сторону. Сейчас здесь тоже опять стена будет, смотрите. Нет, Вот оно чё. Небольшая головоломка. Так, мартышечья голова. Пойдет с нами. Там надо мартышку починить. Починить мартышку. Это что это? Чья-то мошонка? Давай, давай, давай. Психодел устраиваем. Игрушки разломались. Я их так старательно чинил. Ну нет. Опять мячик. Беги за мячиком. Будь снова счастлив. Божечки. Кстати, в игре звук отрегулировать невозможно, графику настроить тоже невозможно. Это меня немножко смутило. Ты кто? А просто, ребят, вот сейчас поставьте на паузу, просто реально на паузу поставьте и подумайте, и напишите мне обязательно в комментариях, что нужно употреблять, сука, чтобы вот такое вот придумать просто. Вот такую вот херню, что нужно употреблять, что должно быть просто в голове у человека, если в голове может быть вообще что-то у такого человека, вылазь нахер. Ну, господи, прошло 3 часа. Каждый раз, когда сильнее и сильнее я его вытаскиваю, он все сильнее и сильнее
нагнетает музыка. О, здрасте. Можно вас за глаз подергать чуть-чуть? О, так, отлично. Дайте... Нам надо. Это жопа какая-то. Ого. Твою-то мать. А представляете, этот кошмар действительно кому-то приснился. Вот просто представьте себе, что кому-то приснился кошмар, он думает, а чё бы мне такую игру не запилить? Напишу-ка я сценарий. Или написал сценарий лет 20, 30, 40 назад. И вот только сейчас ему это удалось реализовать. Вы знаете, у меня тоже был один очень... ужасный кошмар. Я практически с ним ни с кем не делился. Я получил этот кошмар во время сна, когда получил сотрясение мозга. Ударился очень сильно головой. И мне снилось белое полотно. Это было, кстати, лет 25 назад. Белое полотно, посередине которого была черная-черная полоса. И вот эта черная полоса, как бы шумом в голове, начинала шуметь и начинала ее колебать очень сильно. И появлялся дикий шум. Просто ни музыка, ни крики, ничего, просто шум дичайший. Я просыпался с 40-градусной температурой, весь в поту. И этот кошмар я отлично помню, как будто бы он вчера был у меня. Напишите, какой самый ужасный кошмар вам приснился. Я буду очень рад почитать вам, почитать ваши комментарии. Так, хорошо, окей. Так, это милая дама какая-то. Что с ней надо делать? Ее надо пошатать? Или ушатать? Ага, я понял. Я думаю, что ею надо выбить мячик. А хотя, может быть, знаете, вот, смотрите, я вижу, вот здесь вот точки есть на руках, на щеках. Вот. Видите? Ушел этот регулятор. Ой. Так. Теперь отрываем голову, наклоняем. Мячик добыт! Побежали. Побежали. Что ты хочешь от меня, тварь? Блин, мне дадут до мячика добежать, нет? Куда нажать? А, ты решила со мной прогуляться. Беги, Форест, беги. О, какие руки длинные. Не поймаешь. Нет, нет, нет. Что ж, идем дальше. Ой, о, мячик. На башку упал мячик. Ути какие-то, ути, дети. Качалка, конь-качалка. Дети голову теряют. Очень мило. Лучшая обстановка, что может быть. А как мне понять, первый кошмар я прошел или нет? Их же всего три. Давайте починим. Вот это сюда. Так. Что это такое? Угу. Я думаю, что это вот так. Так, хорошо. Ну,
Нужно совместить, наверное. Да, его сейчас разорвет нахрен. Я ж сказал. Так, какая-то деталька выпала. Бульк? Грибочки. Ё-моё, вот это психодел вообще. Тихо, 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 не уплывать. Черт. Странно, он выплевывает вроде как будто бы то, что нужно. А, слушай, а может быть... Не, это херня какая-то. На мой взгляд, здесь нет ничего. Вот, вот это вот что-то нужное. Вот, видите, ключик упал, значит он нужен. Значит он нужен... Вероятно, к машине. Жух! И наркоманскую собаку привезла машина. О-о-о-о-о-о-о! Нет? Не дотягиваемся, друг. Давай-ка ты с другой стороны подъедешь. Я думаю, что сейчас справа снизу подъедет, нет? Как нам псину оживить? Чуть-чуть, чуть-чуть надо, чтобы ты подъехал. А, только два варианта? Блин. Эти уже не реагируют никак. Ну, сильно не тянется, что делать-то? Причем, когда машинка едет, я не могу управлять ничем, то есть ничего дергать не могу совсем. Давайте на куклу присобачим, нет? Так, ну я хз, я не знаю. О! Прикольно. И чё? Ну давай, отрывай. Давай, 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 давай. Уф, бой, красавчик, просто красавчик. Чпоньк, собачка, дайте мне погладить собачку. Ау. Так, жабий глаз, слизь носорога, перчатка Микки Мауса, дубинка Чарли Чаплина и лапа горгульи. Что нам из этого нужно? Мне почему-то кажется, ничего. А, это палка барабана. Понятно. Давай, 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 давай. И вырос человечек, из него вытряхнули просто гниду какую-то с башкой. Отдай! 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 Опа, все, ты! Вож, пошла нахрен! Что это за урод? Вот так, правильно. Зайку мы починили. Блоха какая-то мохнатая. Тынь-тынь-тынь. Ой.
очень приятная игра. О! Эта голова вот сюда пойдет. На куколку. На куколку. Ага, прекрасно. Я, в принципе, так и думал, что произойдет. Нахрена мне этот кубик? А, ну, деталечка. Я надеюсь, кубик Рубика не придется собирать. Кручу, закручу, верчу, запутать хочу. Давай. Бесит. Я так и знал, что ты говна кусок. Вот это. Ну, я понял. Да. Вот она, вот здесь, вот она. Поехала сюда, сюда, сюда. Пошел нахрен. И это была она, ребятки. Вот это она была. Ну это точно она была. В это говно можно вообще доиграть? Что ты там под шляпой прячешь, мразь? Голову мне дай сюда, иди сам играй в свои, блин. Ой, тварь. Утю починили, я думал это галоша, если честно. О. Клоун. Клоуна достали. На носа мульчмак-жмак. Отлично. Теперь надо кубики собрать. Ура! Угу. Блин, это под жестким чем-то накуривались они. Нужно достать из одного глаза свечку, из другого глаза. Опа. А, вон оно что. Поджигай, поджигай. Блин, вот это наркомания вообще просто жесткая. Зажгли мы свечечки, мы крутые. Та-т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 а. Мне кажется, пора валить. Мячик. Мне кажется, на краю мячик нужно обязательно попробовать взять. Тем более... Вот так. Не happy game, а unhappy game. Я так понимаю, что мы прошли первый кошмар.
И, вероятно, он такой вот коротенький оказался. А может быть, и не прошли первый кошмар? Засыпай.